Здесь ставлю единичку, могу считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Здесь нужно до девяти считать. Все привычно уже, да? Из единицы резать нельзя, поэтому убираем. Из тройки резать нельзя, убираем. Из двойки вот из этой резать нельзя. Из пятерки резать нельзя. Из шестерки нельзя, из семерки нельзя. Видите, тут очень много. Из восьмерки, кстати, тоже нельзя. Так. Из четверки, в принципе, можно. И из девятки, в принципе, тоже можно. Давайте я сначала проверю четверку. Если я режу вот так и вот так. Неправильно. Ну, давайте посмотрим, что еще неправильно, правильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, действительно неправильно. Я сейчас должен убрать все плюсики и минусики, убрать четверку. И теперь мы уже знаем, что в обязательном порядке разрезание происходит из девятки. Хорошо? Разрезание происходит из девятки. Единственное здесь варианты. Вот так резать нельзя, поэтому в обязательном порядке пойдет вот так. А вот здесь я не знаю, так или так, поэтому я давайте тоненько покажу оба варианта. И теперь ставлю плюсики-минусики. Вот это точно будут плюсики. Вдоль границы иду, еще не дошел, поэтому это все обязательно будут плюсики. А здесь, наоборот, обязательно будут минусики. Так, теперь подсчитываем количество. Я уже поставил 5 минусов, и я уже поставил 6 плюсов. Значит, это будет минус из-за количества клеток. У меня однозначно все выяснилось. То есть граница вот такая в любом случае. Теперь я должен выделить вот эту фигуру. Что я делаю? И, господа, теперь надо сказать, какое движение плоскости переводит фигуру из минусов в фигуру из плюсов. Ну или обратно. Переводит фигуру из плюсов в фигуру из минусов. Как называется такое перемещение? Да, как? Сдвиг. Сдвиг. Если сдвиг, то на какой вектор? Господа, опять. Вот проблема. Вы никак не можете привыкнуть к тому, что ориентация – это очень-очень важно. Есть такое слово ориентация. Какие бывают ориентации? Бывает по часовой стрелке, бывает против. И никаких промежуточных не бывает. Нельзя плоскость поставить вертикально и сказать, что она думает, что будет вращение по часовой, извините, нет, не бывает. Либо у нас происходит вращение в одну сторону по часовой стрелке, либо в другую против. Не бывает ничего промежуточного. Давайте посмотрим здесь. Вот проще всего так. Представьте себе, я вот имею здесь 4 клеточки и такую штучку. Здесь 4 клеточки и такую штучку. Прослежу за движением, когда я из вот этого квадратика выхожу и заворачиваю. Все видят это движение? Ну, на автомобиле когда-нибудь ездили, я не знаю, на чем угодно. Что такое поворот, понимаете? Да. Замечательно. Вот, теперь здесь. Выхожу вот из этого квадратика, заезжаю туда. Скажите, пожалуйста, это в одну сторону или в разное? В разное. Если в разное, значит, в обязательном порядке это будет у нас не поворот, не перенос параллельный. Это будет скользящий симметрий. Осталось увидеть, относительно какой прямой надо сделать эту самую симметрию. Выходите. Да, покажите прямую. Все, решил, молодец. Через середины. Ребята,
Пожалуйста, у себя в тетради все нарисуйте. А к родителям и говорите. Я догадался раньше всех. Договорились? Учеба должна доставлять удовольствие. То есть это самое страшное, когда вы учитесь и при этом мучаетесь, там приобретаете кучу болезней и так далее, и так далее. Учиться надо всегда с радостью, учиться надо всегда, конечно, с удовольствием. Так вот, в чем есть идея? Когда вот эта точка отражается, она переходит сюда, а на самом деле она должна перейти сюда. Сдвиг на половину диагонали. Пожалуйста, проследите взглядом, как это будет происходить. Вот, например, смотрите, вот эта точка, она переходит сюда и потом сдвигается. Вот эта точка, ну, она хитрее, она переходит сюда и сдвигается. Проследите.